Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Бывшего президента американского Дональда Трампа ждут в тюрьме для того, чтобы его арестовать и припроводить в камеру. И, друзья мои, ждут они его 16 августа. То есть уже срок подходит. Прошел уже. Но в крайнем случае можно отложить до 25-го. И как вы думаете, да, друзья мои, совершенно забавно и дико для нашей страны. Представьте себе, ну вот новости, значит, шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда посадят Трампа после явки. Трампу предписали явиться в тюрьму Джорджии для ареста. Значит, экс-президент Дональд Трамп должен до 25 августа, срок тикает, добровольно явиться в тюрьму округа Фулан, где его должны арестовать. Значит, речь идет об обвинении по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. И, значит, все уже, то есть, арестовать без всяких этих, да, то есть, уже решение суда его упаковать в тюрягу и там обыскать, значит, ну, разрешается. Нужно явиться, значит, 16-го было, но, значит, в крайнем случае 25-го. 16-го Трамп, как говорится, кукиш показал, не явился, послал этого шерифа. Представляете, у нас, да, вот у нас какой-нибудь, ну, не знаю, там, глава этого УВД, да, ну, пусть там шериф, областной шериф, вдруг говорит там, ну, кого там, ну, Путина нельзя, да, Медведева, бывшего президента, сказать, явись во Владимирскую область, тюрягу с вещами. С вещами приезжай, можешь это с собой там смену белья и что там тебе положено принести. Мы будем тебя арестовывать за то, что ты тут напроказил у нас в Владимирской области, что-нибудь там стырил или там набедокурил. Ну, всегда можно найти повод. Вот у нас, конечно, это дико. Там, я тоже, друзья мои, сомневаюсь, что Трамп явится в тюрягу. Ну, вот точно не явится. Точно, мне кажется, 25-го не явится. Сейчас, конечно, он, наверное, зашевелился, там адвокаты какие-то, еще что-то. Там, может быть, там, скажет, здоровье не позволяет, отложим еще. Ну, вот интересно будет посмотреть. Конечно, мы не следим с вами за новостями из-за рубежа, но все равно забавные эти наши-то... Нет, ну вот там забавные президенты, все-таки забавные, да, Байден такой старикан там здоровается с этими, с воображаемыми друзьями, там что-то такое, на велике катается, что-нибудь отчебучивает такое, Трамп тоже там все время то скандалит, то еще там тюрягу, то каких-то там женщин там щупает за разные места, то есть забавно, но вот у нас они какие-то кислые, у нас противные, да, вот там все-таки, ну... Так, тоже они, тоже так себе. Ну вот что-то в них все-таки есть, можно посмеяться. Над нашими уже смеяться бесполезно. И над медвежонком, и над этим дядей Вовой, как говорится, тут уже не до смеха, тут только слезы. Значит, до 25 августа в любой день Трамп может явиться в установленный прокуратурой срок. 25-го последний срок, иначе, видимо, объявят в розыск. Там не у нас всесоюзный, а там, наверное, всеамериканский или всемировой розыск. Куда Трампу податься, блин, то ли это текать в Россиюшку. Здесь его, наверное, при это все-таки, во всяком случае, домишко какой-нибудь ему там защиту организует. Но тоже у нас здесь, если не будет петь под это... под песни Кремля, то тоже могут упаковать. Ну, в общем, значит, по прибытии в тюрьму Трампа должен будет пройти он официальную процедуру ареста. Его обыщут, в том числе, как помните, в фильмах там обычно обыщут это все. Это значит, даже вам как бы это в зад заглянут, чтобы вы там чего-то запрещенного не принесли. Там в рот, там, чтобы под языком что-то не было. То есть бедного Трампа, президента, бывшего миллиардера, любимца женщин, такого вдруг там ему будут это во все места заглядывать. Ну и, конечно, сфотографируют и отпечатки пальцев. Так что, друзья мои, ладно, что там, как вы думаете? Ну, я думаю, Трамп пошлет их, хотя вроде закон в Америке, как бы закон у них еще лучше, чем у нас. Что будет, явится или не явится, ваше решение? Я бы не пришел, я бы в бега подался, рванул бы в эти какие-то, Канада выдаст, блин, Канада выдаст. Ну, в лесах, чего уж, как говорится... Через 20 лет, может быть, срок давности пройдет, тогда выйдет такой обросший в лесах Канады. Ну и в Америке тоже есть леса, можно там это
прокантоваться. Но должен быть, он привык к роскоши. Привык Трампушка к роскоши. Не сможет он себе там земляночку какую-нибудь сделать, какой-нибудь домишко срубить, там лодочку, долбленочку, охотиться, корешки собирать. Ну, мне кажется, не сможет. Все-таки уже дядька в возрасте. Придется в тюрягу идти. Все, драгоценный, пока, счастливо.